Самарская область стала лидером заявочной кампании юбилейного молодежного форума Приволжского федерального округа «Иволга», который пройдет с 21 по 29 июля на фестивальной поляне. От региона подано почти 9500 заявок. Предполагается, что участие в форуме примут более 2500 человек, в том числе 1900 резидентов, а также активисты общественных организаций и специалисты сферы межнациональных отношений, молодые краеведы и арт-менеджеры, изобретатели и предприниматели, волонтеры и урбанисты, творческие коллективы и артисты этнокультурной направленности. Кроме того, в текущем году на форум приглашены члены российского движения школьников «Дети до 18 лет» и специалисты сферы молодежной политики. В этом году «Иволга» пройдет в новом гибридном формате в режиме офлайн и онлайн, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В рамках целевой программы «Самара социальная» в этом году на ремонт жилого помещения для некоторых категорий граждан выделили 6 миллионов 750 тысяч рублей. Выплатами смогли воспользоваться 250 граждан с инвалидностью. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары публикует у себя в телеграм-канале адреса районных отделов, где можно встать в очередь на оформление выплат. Это Никитинская, 79, Металлургов, 11, Физкультурная, 100, Рижская, 9 и Сергея Лазо, 33. Администрация железнодорожного района напоминает, что до 27 июля без горячей воды останутся жители переулка Водителей 5 и Байкальского переулка 10, 10А и 12. Это связано с остановкой котельной для планово-предупредительного ремонта к отопительному зимнему периоду. Жителей Красноглинского района приглашают на праздники двора «Здравствуй, лето». Они пройдут сразу в нескольких локациях. 19 июля в 18 часов в поселке Управленческий на улице Парижской коммуны, 28. 20 июля в 18 часов в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9. 21 июля в 18 часов праздник отметят в поселке Красная Глинка, квартал 1, дом 4. Хорошее настроение и самые яркие впечатления обеспечены, сообщает телеграм-канал администрации района.